На базе Центра подготовки сборных команд торжественно поприветствовали осеннюю смену лагеря «Олимп». 126 юных спортсменов со всей республики приехали готовиться к предстоящему сезону и набираться сил перед соревнованиями. Для некоторых, например, это отличная возможность снова встать на лыжи, тем более трассы к сезону уже готовы. Евгений Ершов убедился в этом лично. Наступили осенние каникулы, а поэтому ничто не отвлекает юных спортсменов от любимого дела – тренировок. Тем более, что проходить они будут под руководством опытных тренеров. Давайте поблагодарим аплодисментами людей, которые организовывают этот процесс. А это не только тренера, но и уборщицы, и люди, которые вас сопровождают. На их плечах лежит огромный труд, который вы видите, но вроде как не замечаете. Поэтому давайте их поблагодарим. Программа каждого дня ожидается довольно плотной. Это не только ежедневные тренировки, но и экскурсии, дискотеки, походы в кино. Для лыжников лагерь в этом году еще и отличная возможность, наконец, встать на лыжи. Снега в большинстве районов еще слишком мало, а на стадионе уже в достатке. На трассах несколько дней работают снежные пушки. Работать эти снежные пушки могут целыми сутками без перебоя. Они просто-напросто не перегреваются. Буквально сегодня, а то и завтра выйдут специальные машины, которые разровняют эти сугробы. И наши спортсмены смогут выйти на полноценные тренировки. Снежные пушки – хорошее подспорье. Благодаря им даже в бесснежную осень сборные республики могут проводить тренировки. Начинать вкатываться уже пора, на носу соревнования. Их, кстати, и в этом, и в следующем году в нашей республике будет много. Сезон в этом году очень напряженный. У нас 8 соревнований всесоюзного уровня. И главные соревнования – это в феврале месяце, это финал Кубка России. Чемпионат России в этом году будет в Ханты-Мансийске. Но это практически вторые соревнования в сезоне будут по значимости у нас. В декабре месяце уже самые такие первые соревнования. Это отбор на чемпионат мира среди юниоров будет у нас здесь, в Сыктывкаре. И это не считая различных республиканских и городских турниров. В общем, программа есть, даты установлены. Площадка для тренировок готова. Теперь все в руках спортсменов. Евгений Ершов, Павел Люлянмин, телеканал «Юрган», Сыктывдинский район.